Все. Ты что такой злобный сегодня? Я не злобный, ничего. Три котлетки съел, Где я картошку на злой? такую гору. Не за раз, во-первых. А за два, ну и что? Что ты сегодня такой? Я не злой, ничего. Не, улыбится. Давай не на видео. Реально, что тебя разжигает? Это... Ну ты говоришь, не снимай себя. Причем здесь это? Ну да, ты выглядел плохо. Ты сейчас хоть Ага. причесалась нормально. Ну ладно, все. В этой майке А что тебе это как мать? ритус. Ну, слушай, иди знаешь куда, пока я не разозлилась. Лучше, как Как его, ритус, реально. цунами не включай мое. Ой, развыпендривалась. Цунами-то, волночка. Давай к сути дела происходящего. Суть, где собаки суть. Ну, у нас тут Это только кошки на улице. у нас кот, он сидел сейчас, себя намывал, везде ходит со мной, на огород и везде. Сейчас ножки парил, сидел, отмывал, отдраивал свои, до полы тут промыл. Ох, пошла в огород. Опять секунд. А, я, наверное, лохматой была. Да? На 5 секунд, ага. Все равно полчаса ходила по травинке там. Все равно, как затеешься, так это. Пучок это кучу нарвала оттуда, это большое, еле дотащил. У меня сейчас нет столько сил, чтобы с этим бороться. Как его? Ну, одну кучу нарвала. Вот. Ну и тут ползу это. Мелочь, вот эти вот травинки, они вот душ все равно раздирают. Смотришь, вот там-там выросло, там-там. Туда пробралась кое-как, туда танкетки одела. Это, как его. А в танкетке, как его, грязь, это, как его, залазит. Пришла, это, как его, водички нагрела, ноги напарила, намыла. Все равно в грязи это. Рвешь и все это. Ой, так, посуду сегодня драил я вот Ты так уже вот. про нее говорил, по-моему. Да. Я говорю, не веди Потом это, пойдем. Я смятый. еще не размешивал, пока. Я размешал, размешал. Запах, аромат, вернее, мяты. У нас тут по краю растет мята. Мы ее, правда, тут раз все Я сажал давно еще мяту. съели, оборвали. Это, я сегодня желтый маленький нарвала, так поела. Эмиль говорит, тут раз нарвем, он говорит, мам, мы ее всю спили. А сейчас опять проросла, лежу, опять выросла. Я говорю, сделай опять чай с меткой. Это. А я говорю, кашку отварю вот такую вот овсяненькую. Наварил такую. Не подгорел ничего. И вот так вот все. Ничего, это как его кипяченый конденсат. Вот так вот сегодня, кстати, крышку отмывала. Драйла. Которая опять теперь. Посуда это бесконечно. Рукашка обычно. Обычная кашка, да, с сахарком. Вот. Нормально. Такой вот вечерок.